одну серию час снимали. Нет, я уже переработал. Да. Но серия по 30 минут точно выходила. Чего там было? Беспалевно врубили сигнализацию. Вышки, а открой, попробуй. А, картер. Это что такое? Вот попробуй до тут доехать, короче. И открой локацию. Подумай головой. Это логично. Тут не, там не надо никого стрелять. Да? Да. Через камеру надо открыть себе путь. К этому передачу. Я вот смотрю, как кто-то играет в такие игры. Если честно, я понял, как это играть. Нет. Объедь. Смотри, что мы сегодняшний день сделали. Андрей взломал полностью чувака. Андрей не дал себя взломать. Ему дали больше денег, но он убил гражданцев. За это мы дали меньше. Я гражданцев вообще не нужен. Как говорится, на войне без потерь не обойтись. Да. Тебе музыка, может, побольше, погромче включить? Не. Я просто сам. А то у меня YouTube ебанется и опять скажет: блять, там видео! Видео было в аудиозаписи, это нарушение авторских прав. Ну давай. А? Давай. Чтоб YouTube ебанулся. Не, чтоб YouTube не ебанулся. Готово. Обязательно это надо было сделать? Да. Ради прикола. Ну, уступи дорогу, по идее, должно быть. Он уехал. Ты куда? Без этого было все снести. Без этого никуда. Самый звездный хулиган. Слезай. Не, прикольный костюмчик себе прикупил. Не знаю. А почему красная зона? Найти охранник. А, походу... Нет, надо проникнуть, надо проникнуть. Вон охрана. Ой, блин, как-то... Первый раз такое. Знаешь, как в Assassin's Creed захватить башню, то же самое. Вот здесь надо уже убивать. Не туда она хочет забраться, вот сюда. Еще шаг, эти труп! Ты кто такой? Завалюй, глазом не моргну! So long! Карточка? 700 баксов. Тоже деньги. Охуенный экран. Шугается. Нехуй разговаривать. Я сбросил звонок, он до сих пор разговаривает, что за хрень? Как
как его убить-то? Че за мобила-то? Я прикрою, когда ты уже труп. Бля, не здесь, смотри, как он жестко. Тут дробовик с двух патронов не вынесет. Охуеть. А с укрытия прям не обязательно усосы. Можешь. А как грены кинуть? Блин, слева, слева. Спереди были. Сука. Дьявол. Пойдем оружие закупать. А деньги сняли за то, что убил? Походу. Да, подай пока на дорогу. Давай. Так. Там машины нет, случайно?